Меня зовут Алексей Рачев, я основатель компании Aviar Motors. Мы, собственно, сделали электромобиль на базе платформы Tesla. Итак, наш проект состоит в том, что мы взяли платформу Tesla, построили углепластиковый кузов в ретро-дизайне. Так, почему мы это сделали? Потому что до 2025 года будут проблемы у всех автолюбителей, которые используют автомобили с ДВС. Сейчас проблему решают тем, что берут старый автомобиль, вставляют туда электрический двигатель, батареи. И, собственно, такие автомобили начинают стоить достаточно дорого, порядка 375 тысяч долларов. Итак, мы сделали следующее решение. Мы пошли другим путем. Мы взяли кузов, каркас самой Теслы. Он позволяет установить на него любые кузовы. Мы взяли углепластиковый, поскольку он делает автомобиль более легким, динамичным, комфортабельным. И самое главное, безопасным. Так, Tesla мы взяли потому, что это достаточно популярная компания с раскрученным брендом. Они лидер мирового производства. У них самая большая сеть зарядных станций в мире. К тому же, в последующем есть большой шанс и возможность сертифицировать наш собственный автомобиль на мировом рынке. А по поводу углепластика можно сказать следующее, что это продукт и материал будущего. Он очень технологичный, легкий, прочный. Он дает возможность с минимальными производственными затратами выходить на серийное производство. Так, рынок автомобилей. В 2025 году электромобили предлагается продавать порядка 25 миллионов. Это будет порядка 20-22% от общего рынка. В 2018 году было продано автомобилей 860 тысяч класса люкс и спорт. Это примерно 198 миллиардов долларов. Итак, наша бизнес-модель. Мы разрабатываем MEP-модель в России, отрабатываем технологию, после этого везем наш автомобиль и запускаем производство в США. Реализация в 50 странах мира. Сейчас наш автомобиль стоит порядка 450 тысяч долларов в России с учетом НДС. Маржинальность проекта 53%. Наши конкуренты. Из всех представленных конкурентов, те компании, которые используют углепластик при производстве собственных автомобилей, наше предложение самое наилучшее. Также у нас самая отличная дальность пробега и ускорение. Так, конкурентные преимущества – это ретро-дизайн инновации, высокий уровень безопасности и комфорта, экологичность, масштабируемость проекта и в том, что мы можем сделать это еще дешевле, если клиент придет с собственным автомобилем. Текущая стадия. Мы получили порядка 411 запросов, 23 из которых – это на предзаказ. Мы планируем окончить модель в феврале 2020 года. За три года мы планируем создать в России порядка 30 автомобилей. Наша команда, значит, инженеры, дизайнеры принимали участие в таких проектах, как «Маруся», «Трамвай R1», «Матрешка». А для инвесторов нам необходимо привлечь 14 миллионов рублей для того, чтобы закончить собственную MVP-модель, провести презентацию автомобиля, собрать сбор заявок. Соответственно, мы предлагаем следующие условия. Это процентная ставка 30% на инвестиционный период порядка 12 месяцев. По окончанию инвестор получит доход в размере 4,2 миллионов рублей. Сейчас наш автомобиль выглядит вот так. То есть мы близки к завершению сборки уже салона. Ходовые испытания намечены на декабрь этого года. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Отличный проект и вообще отличный питч. Спасибо большое. Наводим ваши телефоны. Благодарю.